Дети, умершие в Египте Ольги Чернецкой, вернутся в Гродно 7 декабря. Напомним, резонансная трагедия произошла в конце ноября. Гродненко скончалась в Египте, а ее детей никто не мог забрать обратно домой, в Беларусь. Все это время 4-летняя Катерина и 5-летний Матвей находились в круглосуточном садике. Сейчас они переданы законным представителям, сотрудникам администрации Октябрьского района города Гродно, и находятся в одном из отелей Хургады. Нам удалось по телефону связаться с Еленой Адамович, начальником отдела образования Октябрьского района Гродно, которая сейчас находится рядом с детьми. Сама процедура передачи детей законным представителям началась у нас вчера, в 12 часов дня, закончилась около 6, то есть заняла больше 6 часов. Сначала это была прокуратура, где нужно было, чтобы прокурор принял решение в присутствии консула, меня, законного представителя, моей коллеги, главного специалиста из опеки. И прокурор должен был принять решение о передаче детей законным представителям. К слову сказать, для легализации документов детей в Арабской Республике Египет Гродненский горосполком Вячеслав Брониславович Гой выделили деньги, конечно, в полном объеме. И что, в принципе, даже консул отметил, что так быстро детей никогда не возвращали. В настоящий момент дети чувствуют себя хорошо. Сегодня они уже такие улыбаются, смеются. Хотят лететь в Беларусь к Деду Морозу.